Дорогие друзья, учитывая, что мы с вами в самом начале года, и было бы правильно поговорить о планах, речь идет о грязи лечебницы в Ершовском районе в селе Чапаевка и в Пугачеве строительство нового корпуса санатория. Могу вас уже сейчас порадовать. Мы эти вопросы смогли решить. Надеюсь, что с апреля месяца начнут строительные работы как в Ершовском районе, так и в Пугачеве. Это первый этап запуска строительных работ. Надеюсь, в течение 2-3 лет мы с вами сможем реализовать эти проекты. Они достаточно масштабные, потому что водогрязелечебница Чапаевки, исходя из проектной документации, оценивается в 250 миллионов. А что касается строительства корпуса санатория в Пугачеве, 121 миллион рублей. Поэтому мы за один год вряд ли сможем реализовать эти проекты, тем более лучше это делать в любом случае не за один год, чтобы это не отразилось на качестве, пускай это будет двухлетние, трехлетние проекты. Надеюсь, что с запуском этих проектов мы с вами многие проблемы в сфере создания хороших условий для отдыха сможем решить. Спасибо.